не соната фантазия, а фантазия соната. То есть фантазийность поставил на первое место Лист, а это именно он, автор. И называется она «После прочтения Данте». Эта пьеса входит в цикл «Годы странствий», второй год Италии, естественно, потому что Данте итальянский. Вот. И что имеется в виду? Божественная комедия Данте. Божественная комедия – крупнейшее сочинение, очень известное. Ну, я вам скажу вкратце, что там, в частности, там описаны семь кругов ада, что там делается и какое приключение куда попадает. Там описана также история Франчески Доливини, которая отдельным сюжетом фигурирует во многих музыкальных произведениях. Там описано и рай тоже, и чистилище. И это Лист так вдохновило вот на такую фантазию. Тут нет особого сюжета какого-то, просто это впечатление от этой книги. Итак, Ференц Лист, фантазия, соната по прочтению Данте. Thank you.
Thank you.